Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, Кошечка, Нига, Хлебушек. Как всегда, отличное настроение, пацаны и девчонки, поздравайтесь. Всем пока, привет. Сегодня у нас карта Mario Kart на основе Team Fortress 2. Мы будем играть в прятки, рубрика «Аниматроники ищут нас». Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А я выдвигаюсь искать. Сегодня у нас будет чисто прятки с аниматрониками Sister Location. Потому что надо ими прицелиться и немножко иметь скилл, чтобы найти пацанов. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. У нас уже на канале 931 тысяч. Осталось 69 тысяч и скоро миллион. Подождите, тут телепортаторы есть? Да. Ой, прикольно, я через очко какое-то... Ой-ой-ой, как громко здесь музыка играла. Я вот тут помню нычки какие-то, когда мы в тот раз... Играли мы на это... О, нет, мы играли на похожей карте. Сзади, пацаны, еще есть карта, там, где вышка. Да, да. Mario Kart тоже с большой вышкой. Помню, Серега там ныкался. Я его не мог найти, психовал. Жопка пригорейшн. Я не понял, вы что? Столько людей играет, я никого не могу найти. Давайте здесь посмотрим. Слабенько. Не-не-не-не-не. Я просто поддаюсь вам. Да, да, да. Ты мне не веришь? Да. Я кого-то слышу. О! Приближаемся до кого-то. Я тебя жаба музыку издает. О, это проволока, когда... Ого! Офигеть. А что это было? Это, короче, пушка есть на этой карте? Пацаны, вот, мне кажется, что кто-то. Отлично, отлично. Радуйтесь жизни, кайфуете, да? Да. А мы тут постоим, посмотрим. Я вижу одного человека. Я загораю, так кажется. Ага. Отлично. А я Нигу замочил. Замочил, замочил. Конечно, я же профи. Пацаны, вы что думали? Вот так просто можно взять и прятаться от меня полдня? Я буду наказывать. Так нечестно. А что это за звук? А что это оно стреляет? Ого. Ого, я выстрелил с собой? Офигеть, здесь так можно прикольно делать. Карта очень интеллектуальная. Интерактивная, то есть. Что-то там дымится опять. А, на дирижабле музыка играет. Так, Нига, ты иди, я буду с тобой искать вместе. А я не знаю. А кого ты... Захожу по дороге где-то. Так, давай встретимся, знаешь где? Где, где? Возле... Возле... Возле трубы. О, я тебя вижу, я вижу, вижу. Во, ты маленький, тюблин, я думал, ты кабан большой. Смотри, как я могу. Я думал, ты будешь со Sister Location набрать. А я буду за кошмар. А, потому что знаешь еще какой прикол? Я палюсь, потому что у меня есть анимация вот это. Но она со временем кончает. Вот где я не искал. Вот здесь вот надо искать, знаешь, за маленькими предметами всякими. С чего ты это взял? Потому что... Да что ты говоришь? Мы искали очень много людей на планете. Да, да. Илья зашел, да? Да. А что происходит? Так, Илюха. Ты нашел кого-то, чи не? Да нет, они все попрятались. Да они реально жестко прячутся, да? Ого. Как громко играет. Может тут кто-то? Пацаны, а вы где вообще прячетесь? Ну я тут такая труба. А тут есть, короче, этот, какие-то нычки, кроме этой карты? Давайте полетим, посмотрим. Да, есть нычки, есть. Тут не только пацаны. Ай, девчонки, извините, пожалуйста. Виноват. Буду исправляться. Потому что нас смотрят мальчики и девочки. Не найдешь. А также их родители. Как ты говоришь? Подарки ищете.
Здесь музычка крутая. Играет, играет. Ой, я вылетаю. Накончилось. Бульбазавр, что ты хочешь мне сказать теперь? Нормально я тебя нашел? Пойдет? Так, делаем перекличку. Не нашли мы кошечку. Хлебушочка. И все? И все. Так, ищем. Ищем очень сильно. Ты пробегал уже. Да? Так, давайте внимательно еще раз просмотрим здесь. Здесь конечно, круто играет. Дискотека отдыхает в сторонке. О, давайте с таким прицелом походим. Мне кажется, будет лучше прицеливаться. Так, так, так. Проходил, да? И за кого ж я играю, если я проходил? Я не знаю, но кто-то проходил, потому что тут что-то происходило, кто-то что-то делал, тут была пыль какая-то. Пацаны, мы после записи не будем выходить, а я вам покажу, как можно тут дискотеку делать. Нажимаешь разные кнопки, и музычка играет крутая. Давай. Так, пацаны, девчонки, ну что, не могу вас найти? Может, надо под лестницей искать? Балора как молния побежала. Да я псих. С детства. А тут-то нету. Ну я блин, ну слышу. Где же вы прячетесь? Ты его слышишь, да? Я его слышу. Я тоже. А как сделать, чтобы вы у меня умерли? От меня. Возможно. А вы внутри в здании или... Я бутузавру нашел. Так я его тоже нашел. По карте. А давайте сделайте подсказку, вы на улице или внутри помещений? Там бульбазар. На улице. Ну, мы уже тебя слышали, но я где-то в помещении. Ага. Так, все побежали в помещение, просто все, и я иду. Нет, а я буду на улице искать его. Давайте внимательно изучим каждый кубик, каждый. Ничего не пропустим. Нет. Так, может он под досками? Нет его под досками. Может, он в туалете? Нет его в туалете. Придется тебя наказать за то, что ты вот так выпендриваешься при нас. Мы хотим его убить, а он на видном месте сидит. Вообще-то мы в прятки играем. Давай, давай, испоганься. Так, Балора, прекращай играть эту музычку классную. Затихло. Блин, да я ищу его со всей силы, а его нету. Может, нет. Я знаю, куда надо. Я знаю, где он ныкается, ребята. Я догадываюсь. Так, давайте внимательно здесь посмотрим. Так, а куда я телепортируюсь, если я тут буду? Ой, тут такой звук прикольный. Офигеть. Просто так стрёмно выглядывать, а то вдруг тут кто-то есть в невидимке. Музычка играет. Хоп! Отлично! Понятно. Кошечку завалил. Так. Знаешь, почему тебя нашел? Если бы ты не двигалась, я бы тебя не нашел. Ну так как ты ушами шевелила, и сквозь лестницу было видно немножечко. Ладно. Честно скажу, случайно увидел, наверное, везение. Так, кого мы не нашли? Всех нашли? Нет, я остался. Еще около хлебушек. А, хлебушек, ты на улице, да? Да. На видном месте. Не прям на видном, но немножко открыто. А это в центре карты или снаружи где-то не в центре карты? Где-то думаю. А где он был? Покажи, пожалуйста. А я совершенно случайно его нашел. Вот здесь он ныкался, вот здесь. Да блин, я же вроде проходил, ну не видел его что ли? Я просто подпрыгнул, повернул камеру и увидел его. Это было жестко. Красавчик, ты победитель этой серии. Просто красавелла, лучший прятальщик. Спасибо, спасибо. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!